прошлый раз гондола меня привезла именно на рынок местный, венецианский. И, по-моему, здесь 5, я не знаю какой. Я знаю, запомнила только Риальто, потому что это рядом с моим домом, рядом с моим мостом. Ничего особенного на моем рынке я не видела. Сейчас посмотрю и сниму вам буквально несколько минут рынок Венеции. Девочки, вот эта красота букетная, это перчики. Конечно, зелени у них. Я в первом театре. Я хочу сказать, что вся кухня их заключается в том, что у них очень много зелени и приправ. Сухих я вообще не знаю, что они собирают. Вот такие маленькие помидорчики, называются датерино. Малюсенькие еще, вот такие продолговатенькие. Как у этих. Господи. Что мы едим-то? Черри? А вот моя любимая. Любимое направление рыбное. Пожалуйста, вам. Я не знаю, что это такое. Это, наверное, мидии. А маленькие вообще я не понимаю, что это маленькие. Вот и цены. 2,80, да, вот эти 7,80. Вот красная рыбка. Вот, пожалуйста, тебе какие-то тушки разделанные. Ветерный театр только вымывали и положили. Представляете, как здесь живут? Какую Москву мусит собраться? Что там будем делать? Вот цены. 11 евро. Это типа, наверное, все одно что-то белое красивое. Вы смотрите, какое красивое масло. Масло. Мясо 11,60. Ой, 60. Господи, что все под... А вот она красавица за 11,80. Если бы у меня перевес, я могла. Посмотрите, какая это. Вот такая она. Красота рыбного рынка Италии. Да. Все... Кто хочет пожрать, кто любит вкусно жрать свежие продукты, конечно, всем в Италии. Я не была в Испании, сомневаюсь, но ничего не говорить не буду. Вот они, они для них, это обычные креветки, да? Вот такие обычные креветки подают в ресторан. А это, наверное, не вареное, это не вареное, что ли? Да, это 12 серенькие. Серенькие 12. А красненькие уже 22. Не лангусты. Ой, снимайте, снимайте. Вообще красота. Какая красота. Вот еще какая-то, посмотрите. Вообще непонятная рыбина. 14 евро. Что-то вообще не пойму. А, это она перевернутая. Одна сторона у нее серенькая, а брюшко беленькое. Так, вот они. Это я ела. Это называется грибишки. Я их пробовала в Кармине. Прям ракушечки мне их сделали, выкрутили. А вот мелочь, пожалуйста. Я думаю, что у них вообще не бывает мелкие. Мелкие, но стоят почти как крупные. Эти 12, эти 10. Правда, красные. Ну, поняла, я красные. Это вареные, наверное. Вот 5 евро, наверное, дедушкина еда. Вот они, они сардинки. Маленькие сардины, сардины, любимое блюдо. Они их прям крошку голову отрезают пасту. И прям в пасту натушат и треплют. Вкусно, косточки мягкие, я пробовала. Ну, это мой любимый кальмар. Это какие-то маленькие кальмарики. Люди набирают. О, пожалуйста, осьминог, осьминог, осьминог. Это окончание моего. Ой, это вообще не поняла что-то. Зеппе, зеппе. Ой, что-то девки вообще. Ну, это что-то вот рядом с осьминогами. Это, наверное, какая-то морская тварь, как это называют. Ну и заканчиваю я осьминожкой. Фрукты обычные. Всем чао-чао. С вами была Маркова. С вами Венеция.